Прыжок, еще прыжок, поворот на 180 градусов. Полный разворот в прыжке на 360. Сложно устоять на ногах. Это один из первых тестов для кандидатов в космонавты. Качество выполнения этого упражнения оценивается в баллах, но мы никого на предварительном отборе не собираемся, так сказать, губить сразу, потому что это процесс дальнейшей тренировки, только и всего. Дмитрий Иванов работает в центре подготовки. Однако сегодня он не инструктор, конкурсант. Полный пакет документов собран. Заявление, выписки из медицинской книжки. Впереди собеседование с начальником центра. Собрал все документы. Вот пока готовлюсь. Разрешите? Добрый день. Сергей Константинович, я к вам. Руководитель ЦПК имени Гагарина, летчик-космонавт Сергей Крикалев лично общается с конкурсантами. Для него важно оценить интеллект кандидата и мотивацию выбора будущей звездной профессии. Если бы вы себя поставили на место комиссии, вы мне можете объяснить, почему вы считаете, что вас должны отобрать? Прошлый набор я тоже попытался, подавал заявление в отряд. Вот. Но по медицине мне там... Чуть тормознули, да. Поехали, набираем обороты. Юрий Глазков, полный тезка космонавта номер 39, проходит медицинский контроль. Нагрузка на велоэргометре нарастает. При этом пульс должен оставаться в норме. Будущий космонавт и при нагрузках должен сохранять спокойствие. Кстати, вы видите, как он вспотел? Поэтому они и не любят космонавта. Потому что это тяжело. Потому что к нему надо быть готовым. Мы говорим о том, чтобы кандидаты в космонавты показали, возможно, лучший свой результат. В этом году впервые конкурс в звездную команду сделали открытым. Любой мечтающий о космосе может попытаться попасть в отряд. Если раньше ставку делали в основном на военных летчиков, то сегодня отечественной космонавтике необходимы талантливые инженеры и ученые в разных областях. Может быть, какой-то грамотный математик, ученый, инженер, который работает не в космической отрасли, но тем не менее он достаточно полезен будет, расширив немножко входные ворота по исходному образованию и опыту, который человек имеет. Мы понимаем, что нам придется на первой фазе, вот сначала, все-таки отобрать людей, которых мы сможем довести до такого состояния, что они будут способны осваивать эту космическую технику. Сегодня антропометрические критерии отбора серьезно изменились. Если полвека назад будущий покоритель космоса должен был весить до 70 килограммов, а его рост не превышать 170 сантиметров, то сейчас на орбиту можно отправить и гиганта ростом под 2 метра и весом под 100 килограммов. Важно, чтобы желание совпадало с возможностями организма. Это и выясняется на психологических тестах и медицинской комиссии. Этот этап мы проверили на себе. Вот начали по сигналу. Самое сложное – проверка вестибулярного аппарата. Специалисты уверяют, центрифуга не так страшна, как крутящееся кресло. Именно здесь проявляются скрытые слабости организма. Вот эти ощущения, которые неприятные, могут появиться, это вот и есть болезнь движения. Да, вот могут появиться, вот, допустим, через 3-4-5 минут, у каждого по-разному, могут накапливаться и появляться до выраженных, до рвоты. За 2 секунды кресло делает полный оборот – 360 градусов. Испытуемый по сигналу наклоняет голову вправо, влево, потом всем телом вниз, будто на качелях. Крутиться так надо 15 минут. К финалу испытания уже не по себе. При наличии вот таких кандидатов можно смело сказать, что можно зачислять в отряд космонавтов, и никаких проблем с ними не будет при подготовке. Хороший вердикт. Конкурс документов уже сейчас, как в престижный вуз. 10 человек на место. Но и это мало. В прежние времена космонавтами мечтали стать тысячи. Личности кандидатов не открывают по этическим соображениям. Слишком обидно, если после очередного теста тебя отсеют. А зарубить, как здесь говорят, могут на каждом шагу. Поэтому уже отобранную четверку кандидатов пока никто из посторонних в лицо не видел. Фильтр, конечно, сейчас жестче он стал. Потому что чем больше претендентов мы ожидаем, тем более жесткие рамки мы вынуждены вводить, чтобы отобрать лучших. Приготовились. Пошел! 2 года назад российский звездный отряд уже принимал пополнение. Сегодня эти 6 избранных завершают общекосмическую подготовку. Прыгают с парашютом, выживают в лесу, ныряют с аквалангом. Впереди естественный, жизненный отбор.
Сергей Рязанский пришел в отряд космонавтов еще раньше, в 2003-м. Многое давалось трудом. Без малого 10 лет он ежедневно работает на свою мечту. Пробовать надо обязательно. Во-первых, это прекрасная проверка своего здоровья. Во-вторых, это проверка желания, насколько реально серьезно ты хочешь или нет. Потому что приходится преодолеть очень много трудностей, сложностей. Не все получается с первого раза, что-то приходится пересдавать. Вот хватает силы пересдать, собраться и пересдать, у кого-то нет. Сегодня в российском отряде всего 39 человек, среди которых одна женщина. Набрать надо еще 5 человек, как говорят специалисты, чтобы сохранять в отряде космонавтов естественный баланс. В ЦПК ждут умных, физически сильных и мечтающих о звездной профессии людей. Лучшие из лучших, отобранные в этом году в отряд, отправятся в космос уже через 5 лет. Предварительно. Принято. Промежуточно. Подъем. О, мое. О, как сказал Гагарин, поехали!